Иногда мне становится жалко животных людей за то, что их никто не спрашивает, хотят ли они появиться на этот свет. Людей я жалею больше, потому что они это осознают и пытаются противостоять естественному ходу жизни. Это делает их злыми, отчаявшимися. А ведь могло бы быть по-другому. Потому что есть такое средство, как любовь. Только любовь может помочь и любящим, и любимым выстоять через все это. Если бы только мы могли вовремя понять это, что это наш единственный выбор, наша единственная возможность, наша единственная надежда на более лучшую жизнь. А многие люди умерли, так и не поняв этого. Я часто думаю об этом. И так не могу понять, почему мы все время выбираем не ту дорогу. Но я знаю, что я сама поняла это слишком поздно. Я вообще не знаю, что такое достоинство. Рождение и смерть – это вовсе не достоинство. Это случается с каждым, и поэтому совершенно ничего не значит.
Теперь я спокойно. Я смотрю в будущее и вижу, что это еще не конец. Жизнь идет дальше.